Імовірно, незабаром у вітчизняних збройних силах знов з'являться броньовані машини швидкої медичної допомоги у виконанні спеціалістів державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод». Цього разу для порятунку поранених на фронті готують закордонні бронетранспортери «Саксон». Заводчани відгукнулись на прохання Міністерства оборони України і переобладнали цю броньовану машину англійського виробництва на медичну машину. Фахівці кажуть, що це може стати оптимальним варіантом використання саксонів. Найкраще її використання – це дійсно машина скорої медичної допомоги, або санітарка, як її називають в військах. Це забезпечення вивозу ранених з поля бою. На мой взгляд, с учетом замечательной ходовой, замечательной трансмиссии, мягкого хода, ну как раз та база, которую вот действительно надо модифицировать в этих целях. По информации, которую мы получили от нашего технологического отдела, машина собрана исключительно из запчастей, которые были разработаны и изготовлены в Великобритании. То есть великолепная, грандиозная поддержка отечественного производителя Великобритании. Вот это тот пример, к которому надо нам стремиться. Якщо все буде гаразд, вже найближчим часом завод зможе переобладнати десятки таких машин. І це, наголошують керівники Миколаївського бронетанкового, свідчення продуктивної співпраці концерну «Укроборонпром» з Міністерством оборони, всупереч інформації, що поширюється останнім часом у пресі. Можно много и долго говорить о существовании какого-то конфликта в средствах массовой информации. Реальные действия показывают тот факт, что мы востребованы и востребованы для Министерства обороны. Силами ремонтных батальонов Министерство обороны не может выполнить тот объем работ, который они нам предлагают в качестве технического задания. Проанализировав його, на сьогоднішній день ми підтвердили свою готовність виконувати цей заказ, що, собственно говоря, в ближайші дні вже і почнеться. По перспективам є у нас пропозиція від Міністерства оборони, погранвойск, великий пакет пропозицій Національної гвардії, є пропозиція по деметалізації нашої броньової техніки, щоб використовувати її в народному господарстві. Ну, это МЧС, потому что в основном это колесная и плавающая техника. Аналогов подобной нет, учитывая то, что она спроектирована в годы еще Советского Союза, очень удачно спроектирована, она может применяться практически во всех направлениях. Ведутся переговоры у нас с иноземными. Ну, в ближайшее время возобновлен он будет старый еще 2007-2010 года заказ. В конце июля месяца будут представители. Тут тоже есть хороший задел и большая, скажем, большая работа. Линейка бронетехники, которую здесь ремонтируют и модернизируют, она в принципе небольшая, но у нас есть новшества такие, как БТР, командно-штабная машина «Свитязь», медицинская машина «Ковчег», ну и другие более такие, знаете, узконаправленного применения боевая техника. Ну, это под каждый заказ, под каждое ведомство. Или это погранвойска, или Национальная гвардия, или Министерство обороны. Потужності Миколаївського бронетанкового заводу дозволяють провести весь комплекс робіт з відновлення та модернізації броньованих машин різного типу. Об'єкти для ремонту – це і голі корпуси, що зберігалися десятиліттями тут або на інших майданчиках Міністерства оборони, і БТРи, які постраждали в ході бойових дій на сході України. Машина розбирається в ноль, відповідно дробіструється корпус, проводиться ремонт корпуса. Выполняются сварочные работы, машина окрашивается и поступает сюда, вот, на участок сборки. Вот. Пока здесь идет сборка, монтаж, то есть смежные цеха подают комплектующие, то есть идет сборка машины. В это время участок двигателей производит ремонт, капитальный ремонт двигателя и, соответственно, подает же сюда на сборку. И в итоге машина приходит сюда, голый корпус, а выходит уже вот через ворота у вас за спиной, выходит уже своим ходом машина. А сьогодні в цехах заводу найбільше броньованих десантних розвідувальних машин. 70-ки, 80-ки так само ремонтували корпуса, дробіструїли, красили. Тут БРДМ-ки, машина немного легче. Тобто вона менше, на ній роботи менше. Вона швидше робить її. Медний прокат,
Получаю, режу, гну, вальцую и отдаю на машину. Гидравлика, тормоза, воздух. Полностью все идет по медным трубам. Двигатель – это сердце машины, а медные трубки – это вены, капилляры, образно говоря. Сейчас БРДМ-2 заказ и 80-ки, БТРы, 70-ки только уехали. А в планах, что будет, какие будут заказы? В сентябре пришел того года. Перспективный завод. Вот, собственно, еще и пришел. На заводе много заказов. То есть заказы всегда есть, завод загружен работой. То есть всего хватает. Работаю на заводе с сентября прошлого года. До этого коренной черноморец. Ну, так как на Черноморском закончилась эпопея судостроения, пришел сюда работать. За это время, конечно, повысил квалификацию свою как строителя бронемашин. Если раньше мы пришли сюда с нашими друзьями, в сентябре месяце было 45 человек в цехе, то сейчас 130, потому что задачи стоят большие перед нами. Мы в мае месяце закончили большие две программы по выпуску БТР-80 и БТР-70. Сейчас следующий этап – это у нас программа выпуска БРДМов, которую нужно закончить в сентябре месяце. Есть трудности с обеспечением, есть трудности и другого плана, но это все решается, и люди у нас настроены так, чтобы в сентябре эту программу выполнить. Хоча їх ремонт та відновлення приносять підприємству і колективу менше прибутків, ніж робота з БТРами, ці машини також виявилися дуже потрібними українській армії. Почало цікавитись ними і Міністерство внутрішніх справ. По вооруженню, тобто БРДМ-2, хоч це і розвідувальна машина, вона не уступає і БТР-80. Тобто вооруження те ж саме. Во-первых, це легка машина і маневрена. Немного її... модернизировав, убрав там окопные колеса и сделав двери. Это у нас так называемый «Хазар». Эта машина еще может брать с собой десант. Учитывая экономичность двигателя, мы ставим ивековский двигатель на них, она имеет хороший запас хода. Дальше может вооружение, практически любое современное вооружение, навесное, приміняться з нього. Ну, а саме головне, це вона мобільна. Завод разом з іншими миколаївськими підприємствами долучився до реалізації ініційованого концерном «Укроборонпром» проєкту з імпортозаміщення. Не так швидко, як хотілося б, однако положительні здвиги вже є. На сьогоднішній день на підприємстві, в тому числі і по нашій ініціативі, і ми розшукували таких виробників, приглашали до себе для проведення переговорів. В основному це три компанії, які сьогодні представлені в місті Миколаєві, які зайшли на завод і пропонували свої услуги. Услуги, зв'язані з металообробкою. Компания, имеющая хороший металлообрабатывающий станочный парк, да, и одна компания, которая занимается изготовлением резинотехнических изделий, которые, к сожалению, на сегодняшний день не выпускаются в Украине, поэтому это осваиваются новые по нашим чертежам и по нашим требованиям изделия, которые необходимы в производстве завода. И третья компания, которая на сегодняшний день взяла чертежи и выразила такую достаточно серьезную заинтересованность в изготовлении поршневой группы для ремонтируемых машин. Тоже, опять-таки, производство Российской Федерации, то, что мы с большим-большим желанием хотим заменить, я думаю, в ближайшее время произойдет. Один договор, достаточно интересные, очень цены были предложены Николаевской компанией «Магистраль Юг», которая выразила готовность изготавливать крепления для пулемета ПКВТ. То крепление, которое на сегодняшний день практически нет на складах вооруженных сил, его нет в системе Министерства обороны, опять-таки производилось в свое время в России, но на сегодняшний день остро востребовано как в войсках, так, соответственно, и на заводе. Поэтому, в свою очередь, приглашаем всех производителей города Николаева в первую очередь, тех, кто связан с металлообработкой, с изготовлением резинотехнических изделий, со сборкой каких-либо сложных изделий, связанные с трансмиссией и тому подобное. Да? И предлагаем сотрудничество в плане установления деловых отношений. Радует то, что вот
откликнулись, и это компания из города Николаева. То есть замкнутый цикл, географически расположены рядом, всегда можно провести консультации, переговоры. Деньги не уходят из города Николаева, платятся налоги обоими и заводами, и компаниями в городе Николаеве, что способствует наполнению бюджета. Керівник заводу, котрий займає цю посаду трохи більше місяця, стверджує, готується низка нових контрактів. На сьогоднішній момент у нас є закази, договори і закази на весь 2015 год. Буквально в июле месяце у нас будет встреча с заказчиками, и по всей видимости у нас будут заказы продлены на 16 и 17 годы. Большая работа. Но это не только ремонт техники, это модернизация ее. И благодаря нашим специалистам, благодаря специалистам нашего КБ, мы будем вводить в эту технику новые инновации, модернизировать ее, и применяя самые, ну скажем так, на сегодняшний момент самое доступное для нас новшество. Тем самым эта техника, ну, ее качество будет улучшено, и она сможет будет востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Война не закончится, она не будет постоянно у нас. Наши войска насыщены нашей техникой. Нам необходимо будет предприятию в дальнейшем работать. Эта техника апробирована в боевых условиях. А та техника, которая была в боевых условиях, она всем интересна. Тем более это модернизированная техника. Завод жил, живет и будет жить.